Олімпік після першого спарингу на турецькому узбережжі отримав півдня відпочинку. Вільним часом футболісти скористалися однаково. На водохреща занурилися у Середземне море. Для донецького клубу зустрічати свято у такий спосіб – це вже традиція, до якої долучився і наш Мирослав Небесник. Надо привыкнуть к погоде. Ну что, это ж крещение, надо нырнуться, окунуться и новым человеком стать. Да, конечно, я готов. Мне холодно, но ничего. Это мой первый раз сегодня. Ого, дебют? Да, дебют, дебютирую. Ну что, ребята, давайте. Сам би ніколи не наважився скупнутися, але в гарній компанії чому б не спробувати? Це рокс! Бомба! Бомба, вода, супер! Праздник так ось святой, і сзади акуратно з вами! Змушували, зізнайтеся. Конечно, нет. Это все как каждый от себя по желанию. Но у нас в Донецке еще такая традиция. Мы командой всегда купались все вместе, поэтому пытаемся ее придерживаться и до сих пор. С водохрещением всех братьев во Христе.